Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы посмотрим еще одну новиночку, которая называется «Легенда Рунетерра». Первый бой. Это у нас опять обучение. Начать игру. Раунд 1. Так, ваша рука. Это мои карты. Понял. Чемпион. Это чемпион Гарн. Мне удалось нанести удар. Придется поставить на место этого наглого хвостуна. Надо же, тут еще и озвучка. Коснитесь карт в своей руке, чтобы открыть их на отдельной панели. Сыграйте Гарна. Так, это у нас сила. Сколько урона боец наносит в бою. Окей. А это здоровье. Сколько урона нужно нанести бойцу, чтобы его победить. Короче, 5 атаки, 5 хп у нас. Повышение уровня. Чемпиону повышает уровень разными способами. Гарину нужно нанести один удар. Так, когда вы играете, карту бойца, она попадает сюда. А кто ты вообще такой? Ничего себе. Кто я такой? Так, два игрока по очереди совершают действия в раундах. Это, друзья мои, карточная игра. Вы сделали первый ход и призвали Гарна. Ваш противник спасовал, поэтому теперь снова ваш ход. Нексус. Это ваш Нексус. У него 6 единиц здоровья. Вражеский Нексус. Победит тот, кто уничтожит вражеский Нексус. То есть это наши базы. Так, перетащите Гарна на поле боя, чтобы атаковать. Оу. Так, подтвердите атаку. Так, блокирование. Драйвин блокирует вашу атаку. Теперь снова ваша очередь действовать. Но у вас нет карт. Коснитесь кнопки ОК, чтобы закончить бой. Кнопка ОК. Поехали. Так, мы победили. Ёпрсты, нифига тут. Повышение уровня. Гарн нанес врагу удар и повысил свой уровень, получив прибавку к силе и здоровью. Да, но здоровье-то у нас всего 2 единицы. Атака 6, да, не спорю. Ха-ха! Еще один враг повержен. Стоп! Я не мог проиграть! Я никогда не проигрываю! Смирись, браток, смирись. Когда у вас не остается действий, пора пасовать. Если оба игрока пасуют, раунд заканчивается и начинается новый. То есть мне нужно пасануть, да? Окей. Раунд 2. Ух ты. В прошлом раунде вы уже нападали, поэтому теперь атакует противник. Сыграйте Цитрию. Окей. Рекрут ждет приказов. Серьезно? Приготовься. Сейчас начнется битва. Я готова. Угу. Она готова. Так, мои действия. Отправьте в атаку обоих бойцов. Так. И вот так. Вперед! Задевайся! В бой! Но у нее, ребята, 2 и 2, я не знаю, как она тут. Кто против нас? Вау. Справедливость торжествует. А вот это вот высказывание мне знакомо. Справедливость торжествует. Друзья мои, мы победили с вами. То есть мы снесли ему Нексус и выиграли. Ух ты. Ничего себе. Так, выжидающие. Это пробивание. Призвав меня, даруйте мне 1-1 за каждого уже погибшего союзника. Нифига себе такой демон. Плюс, как тирысь альфа, тоже пробивание. Слушай, пробивание это что означает? Броню может пробить. И могучий пора. Вау. Так, новый чемпион. Браум. Мне удалось выжить, получив 10 единиц урона. Как интересно, ты... У него 0 атаки и 5 здоровья. Как он выжил-то? Хвостун. О!
Ёпрсоте. Колода улучшена. Теперь в вашей колоде есть карта из Димасии и Фрейлиорда. Нифига себе, это какой-то викинг. Ну что же, друзья мои, давайте посмотрим, что дальше нас тут поджидает. Лучшая защита. Блокирование сторонники. Это обучение. Нас обучают всем премудростям, короче, сейчас. Окей. Дариус, нифига у него там. Они меня что, затискают до смерти? Сторонники. Этот могучий Пора сторонник. В отличие от чемпионов, сторонники не повышают свой уровень. Ага. Даже могучему Пора нужен сильный друг. Например, Браум. Слушай, ребята, мне напоминает эта игра, вот не дам соврать, Hearthstone. Там тоже озвучка, вот, все как. Если так дальше будет, то вообще великолепно. Так, сыграйте Браума. Но как он будет атаковать, я не знаю. Уровень Браума повысится, когда он блокирует врага. Вот оно как. Ого, кто это такие? Блин, и сам герой вышел. Я прорублю себе путь. У вашего Нексуса 5 единиц здоровья. Да я знаю, я уже видел. Отправьте Браума блокировать. Герой, да, вражеского. Перетащите, чтобы блокировать. Так, Пора, давай, наверное, вот этого. Посмотрим. Ай. Опа. Так, урон Нексусу. Вы получили 2 единицы урона от вражеского бойца, которого не заблокировали. А я и не мог его заблокировать, у меня не хватило карт. Помню, как-то раз я переносил элнуков через железные горы. Той ночью было так холодно, что я чуть не отморозил усы. Окей, что такое? Потом Буран утих, и фермер сказал: «Нет, это тебе спасибо». А как мило. То есть нападаем. Так, он получил еще карту какую-то. Переживите один раунд, не потеряв ни одного Пора. Так, ну что, мои действия будут такие. Я блокирую должен вражеского героя. Ну а здесь, естественно, Пора разберется. Верно? Верно. Погнали. Так, минус. Минус. Да ты силен. От сражений всегда аппетит разгуливается. Хочешь, Пора, снэк? Вот и все, вот тебе и Пора снэк. Ребят, победа за нами. Фух, ну что же, а мы продолжаем обучение дальше. По-моему, сейчас будет... Ух ты. Это кто такая, что за демоница прикольная? Обмен ударами. Так, мана, действие, атака. Мана позволяет разыграть карты. В начале игры у вас 1 единица маны. Ого. Паучок стоит 1 единицу маны. То есть вызвать его, да? Окей, вызываем. Помните, вы атакуете через раунд. В этом матче противник нападает первым. Вы будете атаковать во втором раунде.
Окей, закончим. В начале каждого раунда вы восполняете запас маны и получаете еще один кристалл маны. Сыграйте Элизу. Так, атака. Призовите атакующего бойца паучок. Начало раунда. У вас 3 и более других пауков. Окей. Как приятно размять ноги. Кто? Ключи-бот? В этом раунде вы можете атаковать. Отличный шанс нанести удар. Это уж точно. Так, отправьте в атаку Элизу и паучка. Окей. Атаковать. Когда Элиза атакует, она призывает нового паучка. О, это хорошо. Ну что же, погнали. Ну этого мы уберем, он нам не помеха. Окей. Так, 7 хп у Нексуса вражеского. Если оба игрока пасуют, не совершив действия, раунд заканчивается. Так, кого мне призвать? Ух ты, это что он там вызвал? Да ладно, успокойся тут, навызывал. Что это такое? Техника, что же еще? Сыграйте из руки домашнего паучка. А я именно домашнего, а вот этого не могу, да? Нет, потому что у меня всего лишь 3 манны. Окей. Сделаем таким образом. Он пошел выставлять. Успокойся, Хеймин. Сейчас твои творения получат звездюлей от меня лично. Погнали. На. На. У вас остался 1 единица манны. Сыграйте паучка. Ага. Да ладно. Какая у тебя там новая версия есть? Пожалуй, пора заканчивать. Соглашусь. Соглашусь с тобой. Так, теперь играйте без страховки. Помогите Элизе победить одержимого ученого. Без страховки, значит, да, говоришь? Элиза, королева пауков, она трансформировалась. Вау. Сделаем вот так вот и вот так вот. А я могу? О, шикарно. Так, подожди, у меня 4 маны, я могу еще в руку взять. А, я не могу во время атаки или блокирования взять, понял. Любопытное решение. Да ладно. На-ка. Ого, какого-то нового робота он себе достал. 2-2 атака у него. Точнее, атака 2 и хп 2. Так, а мы с тобой можем взять паучка. Ой-ой-ой-ой, это защитник по ходу дела, да? Пасовать надо. Так, смотрим дальше. Поработ у него здесь, а? Ну что же, у вас нет жетона атаки. Опа-на. Анализируй это. Хорошо, как скажешь, парень. Вот это точно. Смерть будет такой быстрой, что пикнуть не успеет. Поехали. Неожиданный результат. Заплакал. Все ожиданно. Так, мы пасуем с тобой. Вот это, конечно, мне не нравится. Так, у него 2 карты, у меня 3. Так, ну что, я могу взять еще паучка. Ух ты, у нас атака растет с каждым паучком, ты понял? Нет, не с каждым паучком, а с определенным пауком. Так, ну что, выставляем. Ох, не сладко же тебе, парень, сейчас придется. Мои действия. Атакуем, конечно. Тебе ведь понравилось? Мне да.
А вот ему вряд ли. За шелковой нитью. Так, друзья мои, люкс, щит. На моих глазах вы потратили на заклинание плюс 6 единиц маны. Когда мой уровень повысится, создайте в руке карту «Последняя искра». Нового героя я получил. Слушай, мы таким образом с тобой будем копить разные, видимо, карты. Тут видел, тут есть карты демонов, карты бойцов, теперь карты магов. Свет и тень. Взрывные заклинания и манна заклинаний. Давай смотреть. За справедливость и яркие штуки. Соглашусь, Люкс. Так, вы вытянули заклинание. Так называются мощные карты, которые могут изменить ход сражения и даже всего матча. Взрывные заклинания самые быстрые в игре. Они срабатывают мгновенно, а их использование не считается действием. То есть у нас есть, ребята, добор. Вытяните две карты. Так, наложите заклинание «Решительные меры». Угу, доборчик сделали. Сыграйте «Стальную защитницу». Вот эту, да? Дайте союзнику щит. Ага. Щит защищает бойца от последующего урона в этом раунде. То есть у нас с тобой есть один щит. Вот он, показан. Зловещая тень. Пора потушить эту свечу. Это мы еще посмотрим. Правильно. Какой-то Зед будет нам тут еще вонять. Коснитесь Зеда, чтобы рассмотреть его. Вы увидите текст на карте, связанные карты и эффекты. Так, атака. В бой идет живая тень с моими характеристиками. Я и мои тени дважды ударили по вражескому Нексусу. Коснитесь, чтобы увидеть связанную с Зедом карту живая тень. Ага, эфемерность. Рассмотрев карту, коснитесь экрана в любом месте, чтобы положить ее обратно. Так, ну что же, мы с вами отправляем наших бойцов в бой. Подтверждаем. Тут обмен. Слушай, тут тоже плохо все. Но у нас щит есть. Зед защитился с помощью взрывного заклинания. О-оу. Нажмите ОК. Но у нас щит. А вот тут плохо. Так, Зед, значит так. Закончить раунд. Давай закончим. Дисциплина тела. Плюс 6 к атаке. У меня много лиц. Упс. Блокируйте Зеда. Так, наложите на люкс призматический барьер. А что он делает? Ага, щит союзнику дает. Блин, ну я же получу 6 в лицо, ё-моё. Теневой переход. Куда он поди... А, вот он. Вот жук, а, он поменялся. Все равно 6 в лицо получим. Ай, это больно было. Пас. В конце каждого раунда до 3 единиц неистраченной маны становится манной заклинание. Давай зажжем. Ну, давай. Используем манну заклинания, чтобы наложить последнюю искру. Так, наложите на Зеда заклинание «Последняя искра». О, нанести 6 единиц урона. Я вижу мрак. Видишь? Это только начало, парень. Ух ты! Помогите Люкс победить Орден Тени. 6-4 мы стали, ты прикинь? Свет сердец ведет нас в бой. Напоминает мне Джейн, вот когда она говорит в Хардстоуне. Так, недостаточно маны, атакуем. Но
На тебе. Зловещая тень. Так, у меня не хватает. Не хватает манны. Оу, стальная защитница. А он все тени набирает. Ну что, теперь нам нужно с тобой сделать. Подожди-ка. Во-первых, возьму. Ну давай, давай, иди на поле. И щит. Окей. Вылезли, да? Хорошо, давай сделаем. Давай сиять вместе. Так, а вот что у нас такая. Что это за карта? Решительные меры. Ох, добор двух карт. Слушай, могу же. А, мы же уже начали бой. То есть это вначале идет набор карт, а потом уже разыгрывание. Это хорошо, что исполнила долг. Так, барьер призматический. Наверное, мы пока не будем с тобой. Неужели я здесь? Ты здесь, радость моя. Ты здесь. Давай сюда повесим с тобой щит. Окей. Так, сейчас он выставит карту. Нет, пасует. Блин, мне тоже придется пасовать. Яркие штуки. Так, в данный момент вы не можете сыграть карту. Тогда атакуем. Все, ребята. Никогда не сдаваться. Лучшая тактика никогда не сдаваться. Окей. Победа. Мы уже победили? Да, да, мы уже победили. Как ни странно. Играйте, чтобы получать награды и собирать коллекции. Одной искры достаточно, чтобы разжечь пламя. Получите награды. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Идем играть. Ты со мной? И я подсвечу путь. Используйте свои новые колоды. Давай. Поединок с ботом. Не могу больше ждать. С чего начнем? Да, с каждой битвой все лучше и лучше. Получить награды. Получите награды. Ну-ка. Ох ты. Мгновенная заморозка. Это взрывное. Заморозить врага. Это неплохо. Химпанк-гитарист. Разыгрывая карту. Так, наносит 1 единицу урона всем вражеским бойцам. Слушай, неплохо. Камни преображения. Получите дополнительный кристалл манны в этом раунде. Ага. И изворотливость. Изворотливость. Уклонение, что ли, у нее будет, получается. А в Рунтере столько всего интересного. Идем, покажу. Главное, ты мне хочешь там что-то показать? Добро пожаловать домой. Дом там, где горит искра. А еще там можно получать ежедневные задания, осматривать хранилище и менять иконки профиля. Так, добыча, задание. Что тут у нас новенького? Ежедневные задания. Самый быстрый способ получать награды и улучшать хранилище. Нанести урон Нексусу 25 и великие мгновения. Сыграть карты стоимостью 6 в плюсе манны. А это что у нас такое? Добро пожаловать в Билджвотер. Это что еще за Билджвотер? Что-то я немножко опешил аж. Слушай, ну красиво так все сделано. Блин. Вообще смачно. Так, награда за вход. Добыча одна. Награда за открытое бета-тестирование. Бета-тестирование Легенды Рунетерра прошло отлично. Мы гордимся успехами, которые достигли вместе с вами. И бесконечно рады обрести такое потрясающее сообщество. За участие в бета-тестировании мы дарим вам милейшего защитника Пора Лунного Света. Хе-хе-хе. Спасибо большое. Так, у нас есть магазин. Защитники и игровые поля из магазина могут придать игровому
клиенту индивидуальность. А еще тут можно покупать карты. Угу. Стартовый набор 475 монеток стоит, но у меня пока 0. Также игровые поля тут есть. Ух ты. Защитники. Ёлки-то палки. Рубашки карт. Эмоции, эмоджи. Нормуль. И, конечно же, покупки. Так, награды, коллекции, главное. Так, уже доступно. Обзор, описание, понятно все. Тут у нас... Получите награду, капсула. Ох ты. Заговорщик из Навари. Изворотливость. Чтобы сыграть меня, верните союзника. Крадущийся волк. Когда призывает меня, противник призывает карту Снежный Заяц. Так, ну, защитницу остальную мы с собой смотрели. Рука смерти. Нанесите 2 единицы урона вражескому бойцу и 1 единицу урона вражескому Нексусу. Неплохая, кстати, комбинация. И снежнозубый волк. Удар. Если я наношу удар по бойцу с силой 0, и я его убиваю. Ух ты. Даже так? Он может легко уничтожить Брума. Прикинь? В легкую. Так, ну что же, с чего же нам начать-то с тобой, я даже не знаю. Давай попробуем сыграть, в конце концов, хотя бы против бота. Тут есть поединки против бота, против игрока. Но я пока, ребят, еще плохо разбираюсь, поэтому давайте потренируемся. Сила и стойкость, смерть и пауки, скрытность и заклинания. Ну давай я, наверное, возьму вот эту вот. Сила и стойкость против бота. Бойцы с навыком пробивания бьют так сильно, что, уничтожив блокирующего бойца, наносят... Что там, оставшийся урон? Так, у нас... Это я. А у нас нападение Порра. А вот как раз и этот Бру. Угу. Тут можно менять карты. Вот эту я, пожалуй, заменю. Потому что, ну, 6 маны на начальной игре, это как-то не айс. А мне как менять? Выберите карты для замены. Так, подожди. Выберите... А у меня нет карт, что ли, по ходу дела, да? Поэтому я и не могу. Все, я врубился, ребят. Так. Ну, точно как Хардстоун, ребят. Ну что, начнем, пожалуй, потихонечку, да? Пас, пас. Так, раунд 2. Ухо. Одинокий Порра. Тихо ты, тихо, не надо буянить. Мы тогда тоже с тобой будем брать. Так, во-первых, в данный момент вы не можете сыграть карту. Почему? Так, Цитрия. Приключения начинаются. Согласен. А у него все ласковый Порра, да, еще в руке. Я ведь могу взять сокол знамения. Так, выстрел уже, да? Ну ладно. Поехали. Будем блокироваться. Вдребезги. Обменочка. Так, ну вот теперь мои действия, да? Пасуем, потому что у меня нету магии. О, Гаррет у нас выпал. Так, а вот теперь надо что-то взять хорошее. О, возьмем Браум взялся за дело. Браума. Могучий Порра. Ай-яй-яй-яй-яй. Мой меч — это мой щит. Я буду стараться. Блин, да такое ощущение, что действительно эти озвучка тех же самых персонажей, что в харте. Я могу ошибаться, конечно. Ах ты, жук ты. Смотри, что сделала. Уничтожит мне Цитрию. К сожалению, уничтожил. Мне тоже надо пасовать, у меня нету очков действий. Так, Порра, успокойся, пожалуйста. Не бубни. Мы можем с тобой световым ударом, в принципе. А, подожди-ка, дайте союзнику 1 плюс 1. Оу. Хо-хо-хо. Так, у нас есть еще, ребят. Давайте... А, Гарта, не могу, могу... Слушай, я не могу вот это понять. Когда идет
атака, а когда мы с тобой можем добор делать? Вот сейчас можем добор, так ведь? Сержант авангарда. Когда меня призывают, создайте в руке карту Задимассию. А этот что делает у нас? Рождение кларанов. Разыгрывает карту. Даруйте союзнику 2 плюс 2. Оу, давай. За честь моей семьи. Я могу помочь. У него тоже Браум, а? Так, секундочку. Дай-ка я сделаю вот так вот. Правильно, Гаррет. А вот теперь посмотрим. Подеремся, На тебе. Ребят, вы обязательно пишите в комментариях, как вам эта игрулька. Зашла, не зашла? По мне так вроде бы очень даже неплохо. Не знаю, как тут с балансом. Ох, ты жулик. Так, мы можем с тобой вот призвать Люкс. Береги себя, ладно? И тебя касается. Они еще общаются между собой. Пусти, дружище. У маленьких существ большие сердца. Раунд седьмой. Так, ну что же. Или все-таки нам что-нибудь призвать? Пробивание. Как тикрысь альфа. А он пора. Все дело в усах. Поехали, друзья мои. Сделаем вот так вот. Слушай, я думаю, шансов у него здесь нету. Хотя, кто его знает. Угу. Погнали. Минус. Воу-воу-воу. Этот гаденыш усилился, а? Не сдавайся. Блин, Гаррет прокачивается просто эпично. Понимаешь? Просто эпично. Познакомься с моим щитом, говоришь? Так. Нанесите 2 единицы всем бойцам. Союзник и враг наносят удар друг другу. Союзник в бою наносит удар всем врагам в бою. Так, вы не можете разыгрывать во время атаки. А, во время атаки или блокирования. Хорошо. Пора выпал из него. Так, ну вот теперь-то я возьму. Демосийский солдат стоит 10 вражеских. Так. Ничего себе, так красиво было, выглядело. Так, Задимассию. Плюс 3-3 до конца раунда. К сожалению, не хватит у меня, да? Всем бойцам. Всем бойцам. А как, а ну-ка, давай так сделаем. Ого. Нифига, и моим его. Сам себе навредил. Пусть станет светлее. Светлее станет. Так, поехали атаковать. Блин, офигеть, тут 7-5. Так, ну давай. Все, мы выиграли. Друзья мои, мы пробили Нексус. Добили голубчика. Видали? Браум не подвел. Видали, видали. Не подвел Браум. Так, ух ты. С бонусом 200. Награда за матч. Ух ты. Разблокировано. А как? А, я взять не могу или могу? Непонятно пока. Сила и стойкость играть.
Так, вам нравится? Да, нравится, но позже. Награды. Эпический набор. Ух ты, небесный змей. 6-5, изворотливость. Бой уравнителей. Медленная. Если у вас есть союзники с силой 5 в плюсе, убейте всех бойцов с силой не более 4. День прогресса. Вытяните 3 карты и уменьшите стоимость каждой на 1. Блин, прикольно. Убейте всех врагов силой 0, а затем заморозить всех оставшихся врагов. Офигеть, карты. Просто, ребята, имба какая-то. Погибель, убейте всех бойцов. Офигеть. Блин, прикольно. Ребят, короче, пишите в комментах, если вам понравилось. Мы обязательно будем дальше в нее играть. Ну, а на сегодня пока закончим, потому что есть еще игры, которые мы должны сегодня с вами снять. Так что, до скорого и удачи вам.